Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 23 мая в Анапе ожидается переменная облачность. Возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Ночью прохладнее, 20 выше 0. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 17 градусов.